Народ, всем здоров. Сегодня я буду обозревать и делиться мнением о наушниках Philips. Ну-ка, фокус. Philips SE 1350. Характеристики у них якобы от 16 до 20 тысяч герц, 16 Ом сопротивления и чувствительность 100 дБ. Купил я их за 190 Р. Вот, я тут, конечно, лоханулся. Я это все дело заказывал через этот e-каталог. Ну, как заказывал? Нашел через e-каталог и заказал через сайт. И лоханулся я в следующем. Как бы я выбрал самые дешевые, ну и самые качественные наушники, которые только нашел по характеристикам. Но не учел тот момент, что надо ехать за ними еще на метро. То бишь за метро еще 90 рублей получилось 280. Цена этих наушников для меня. Вот такая у них коробочка, тут застежка. Тут, кстати, на коробке нету никаких характеристик. Есть дата производства какая-то странная, сделана не в Китае. Вот. Длина кабеля 1 метр и штекер 3,5. Итак, что мне в них не понравилось? Прежде всего, вот этот концевик. Он, ну, реально длинный. Как бы вот так телефон стоит, вот так этот концевик. Был бы он, ну, короче, там, на миллиметра, на миллиметров 5, было бы, конечно, лучше. А так можно разъем на телефоне раздолбать. Вот тут Philips, все дела. Это сами наушники. Выглядят как, ну, как что-то старьевское, прям старьевское. Ну, во всяком случае, с этой стороны. Причем, что самое интересное, походу, тут два вида пластика. Один черный, другой синий. Я думаю, и так видно на камеру. Вот. Что еще? Динамики тут большие, но за динамиком гнаться смысла вообще никакого нету. Это я понял, купив эти наушники. Вот. А старевскими они выглядят, потому что, ну, как сказать там. Короче, они производятся больше 10 лет. И, собственно, выбрал именно их я, потому что был какой-то отзыв, то, что у чувака они отработали 10 лет. Предыдущие наушники у меня были от Olympus, от диктофона. И примерно столько же они отработали. Единственное, но я там менял и штекер, и провод, а динамики стандартные были. Потом один из них заскрипел, и вот заколебало мне их ремонтировать. Решился я раскошелиться на новую пару. Если их сравнивать с теми Olympus, то эти как бы, как будто они такие приглушенные, ну, в общем, высокие частоты тут слабенькие. Но есть басы. Басам я не любитель, вот. Басам я не любитель. И, ну, в общем, ты их одеваешь, они как будто приглушенные, да? Но есть один большой плюс такой. Очень большой плюс. Несмотря на то, что кабель короткий, хотя, ну, короче, если телефон держать в кармане джинс, все нормально. Но если ты пришел в толкан посрать, свои штанишки я пустил, то уже становится неудобно. Потому что длины кабеля не хватает. Вот, так что лучше брать какой-нибудь кабель на 1,2 метра, а лучше полтора, чтобы наверняка. Что еще? Что еще? О, большой плюс. В метро, как будто ты вообще в метро и не заходишь. Реально вот настолько все слышно. Громкость с запасом, причем на достаточно тихом устройстве. Вот. Достаточно быстро к ним привыкаешь. Я не знаю, только нахрена вот эти распиздяи сделали вот этот выступ. Он реально неудобный. Кстати, вот тут походу дефекты, так сказать, литья. Ну-ка, фокус. Блин. Не ловится. Короче, тут есть ступенька. Эта ступенька неприятная. Даже на самом наушнике есть ступеньки. Как будто он, блин, сделан из нескольких частей. Ну, как бы вот этот выступ, это большой такой недостаток. И, в принципе, все. Сидят они нормально. И садить шлем, то самое то. Не слезают, не сползают.
В общем, все как должно быть. И еще такую фишку обнаружил. Если заткнуть вот эту дырочку, то звук становится еще громче. Как бы, ну, на этом все. Я думаю, обзор закончен. Такая коробочка у них. Еще раз показываю. Чек. Ну, тут моделька указана. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. А, да, забыл сказать. Гарантия на них 10 месяцев. Не знаю, много это, мало. Если реально тот чел не спиздел, у которого они 10 лет подработали, то это офигенно. А наушники выглядят так старьевски, потому что их выпускают уже больше 10 лет. А, да, ребят, поскольку это все-таки мега обзор, то я придумал, что можно на них замерить. А замерить на них можно сопротивление, которое якобы 16 Ом. Ну-ка, давайте посмотрим. Оп. 301. На одном ухе. И 31 на втором ухе. Зашибись 16 Ом, сука, китайская наебалова. Ладно, на этом все. А, ну, чтоб это самое, да, вот это Philips. Не что иное, а именно Philips. Все, покедово. Да, ребят, это сопротивление 31 Ом. Если выставить мультиметр в режим прозвонки, для более точных измерений мы выставляем его на самое минимальное значение в омах, это 200. И тогда он мне показал 35,6 на каждом ухе. Вот такие вот 16 Ом китайские.